Здравствуйте. Возвращалась я сегодня из леса с полупустой корзиной, поскольку грибной сезон явно заканчивается, и решила через вот эту вот ненистую травку добрести, наконец, до нашей речки, в которую впадает безымянный деревенский ручей. Вот они, заводи, в которых даже водится рыба. Мы были с вами севернее пару дней назад, я показывала начало Бобрового царства, а вот здесь вот то, что находится как поблизости от нашей деревни. Но, к сожалению, ближе-то не подойдешь, потому что начинается хлябь, а я без сапог, но Карри пошла купаться. И, судя по всему, это та же самая Бобровая протока. Раньше в тот лес можно было добраться по Бобровой плотине, но сейчас все кардинально поменялось. Она уже разрушена половодьем, вон та зелененькая травка по руслу. А раньше там было неплохо собирать бруснику, лисички, которые, к сожалению, уже заканчиваются. Ну вот в этой заводе как-то раз довелось даже порыбачить. Так, буду выбираться отсюда. В следующий раз, может быть, вон туда сходим, там тоже интересно. Но вот такие заводи продолжаются повсюду, по границе леса, и затем уходят на юго-запад. Речушка длинненькая, но купаться здесь... лучше не стоит. Кругом коряги, торфяное илистое дно, наступаешь, вокруг тебя поднимается целый сон разложившихся растений. Ну что ж, попытаемся проползти обратно. Там будет по дороге интересный древний колодец, хотелось бы вам его показать. Шла я сюда по какой-то звериной тропе. Естественно, сюда приходят животные на водопой, клещей навалом, но ничего. Все-таки надо было своей речкой похвастаться. Вот теперь бы отсюда выбраться. Было бы здорово. Деревня наша вон там. Видите, первые крыши. Ну, попытаемся пролезть. Однажды приятель брата даже бредень привелся. И мы попробовали порыбачить с бреднем вот в той протоке, которую я сейчас показывала. Ну, не скажу, что увенчалось. Несколько плотничек. Да, это джунгли. И несколько карасиков. А раньше, говорят, тут и щука шла хорошо. Можно было даже линя добыть. В общем, веселился народ по полной программе. А это я сейчас пробираюсь сквозь заросли осветшего лобазника. Очень полезная травка. Я ее в своих чаях использую. И уже скоро время их готовить. Ну, вот тут вроде полегче. Зверобой отцвел. И последняя герань полевая доживает свой век. Фу, как хорошо-то, а? А тут ведь кто-то даже переехал на другую сторону. Вот тут вот тянется наш деревенский ручеек и впадает в речку, где мы только что были. Мне почему запомнилась эта так называемая рыбалка с бреднем. Просто мне пришлось лезть в воду и выполнять роль загонщика. Взяла одну из своих любимых дубинок богатырских, влезла в воду, шарашила во все стороны. Ну, старалась как могла. И я не виновата, что было так мало рыб. Рыбалка дело хорошее. Хотя с бреднем это, конечно, не совсем прилично. Но соблазн был велик. Надо было хотя бы один раз себе подобным амплуа попробовать. Так, тупаем дальше. А дальше снова высокая трава. День сегодня ослепительный. Вчера в лесу был дикий туман, пасмурно. Разгулялась только к вечеру. Но такое ощущение, что вернулось бабье лето. И надо наслаждаться природой. Жалко, что кончаются грибы. Сегодня пришлось бежать в лес с меркантильными целями, поскольку около автолавки, которая нынче приезжает теперь только раз в неделю, мне удалось очаровать соседа. Завтра, возможно, мы вместе с ним поедем на почту, и мне позарез надо отправить посылочку куда-нибудь в город Норильск. Ну, нехорошо заставлять человека ждать, если тебя попросили сделать заказ. Ну и сделаем.
Дело в том, что сосед денег за паровоз не берет. Значит, я в силах предложить честный деревенский бартер. Ну, во всяком случае, больше 15 литров лисичек за потраченное бензин и время, я полагаю, будет достаточной компенсацией. А Серегу хлебом не корми, дай прокатиться. Так, тут уже никакой тропы нет. Зверюги ее для меня не протоптали. Ну, кстати, ходьба с высоким подниманием бедра очень хорошо подтягивает ягодичные мышцы. Так, передо мной какие-то канавы. Если я рухну, не удивляйтесь. Ну, как живописно, черт подери. А вон какой замечательный рогозик растет. Так, если мне не хватит, я сюда зимой приду на лыжах. Но мы уже далеко успели пройти. Кстати, как-то зимой было у меня свободное время, к тому же случилось, оттепель потом похолодало, и можно было пройти по насту на беговых лыжах. У меня тогда еще не было охотничьих. И вот я рванула на них исследовать русло реки. Вот только сейчас я начинаю понимать, сколь многим рисковала. Через пару лет в поисках нужной для корзин ивы, и тоже еще был снег, но уже можно было пройти без лыж, я ринулась чуть дальше по руслу реки и пыталась найти необходимый материал. Ну, там высоченные тростники, кое-где кустарники, и Карий схитрился провалиться под лед. Умница моя! Никогда не забуду, как мне на пузе пришлось ползти с тем, чтобы ее достать из полыньи. А, кстати, вот эти кустики не просто облетели. Их сверху обживали копытные. Ну, вот уже какое-то подобие дорожки. Вот то же самое. Ну что ж, животным тоже кушать надо. Не все же их-то пожирать. О, вроде как тропа. Да, нагрузка круче, чем в лесу. А как-то не очень в дебрях травы интересно ходить. Но, тем не менее, труд на пользу. Стоит запустить какую-то группу мышц, и она начинает атрофироваться. Зайцы умирают молодыми, потому что бегают всю дорогу. Какие красивые листья. Кстати, вот это растение очень напоминает цветками знаменитый моралий корень. Произрастает у нас в лесах. А вот сейчас я хочу вам показать колодец, который у нас в деревне называют Святым. Я вижу, что хозяева последних домов очень заботятся о своей воде. Вот это вот сооружение. Очень причудливая бетонная форма. Но, вероятно, колодец-то и раньше существовал. И даже заботливо сделанная крышка. Ну, посмотрим. Ну, не скажу, что он больно чистенький. Он какая-то тинка плавает. Ничего так. Пузырики идут, значит, ключи. Главное, камеру не утопить, но очень хочется выпить водички. Водичка вкусная. Ну, будет троицу любит. Замечательно. Да, арматура недореволюционная, но явно послевоенная. А вот тут как будто бы птичьи лапы отпечатались. Ж надо, кого-то занесло. Так, кивсика убираем, пока не утопился. Иди гуляй. Колодец нежно закрываем. Ух, хороша крышечка. Увесистая. Вот тут дополнительный исток воды. И вот наш ручеек. Ну, здесь он достаточно широк. И, кстати, вот здесь тоже уже появляются бобровые плотинки. У нас тут несколько лет назад было нашествие бобров на деревню.
И все дома, расположенные около ручья, особенно в начале деревни, начали охранять свои деревья, потому что они буквально падали и исчезали за ночь. Что-то съедалось, что-то использовалось для плотин. Так вот, у нас очень многие дома, желающие сохранить свои растения, стали делать ограждения вокруг стволиков деревьев сеткой рабиц. Ну, помогают, спасли много. Так, а вот теперь мне надо найти свою корзинку, потому что с ней бы я точно померла по дороге через эти буйные пампасы. Ну, и топать домой. Вот тут скоро построят еще домики. Все аккуратненько выкошено, потому что весенний пал у нас бывает совсем бешеный. Особенно достается домам с края, даже расположенным около ручья. Ну, поле для гольфа не иначе. А вот это вот уже сруб готовится. Будет новый домик. А может быть, даже и не один. Где-то там моя корзина. Красиво сегодня. Очень красиво. Ну что ж, потопаю я домой. Всего всем наилучшего. Всего хорошего. До свидания.